Как ты воспринимаешь то, что многие люди, как и я, опустили слезу на твои новогодние видосы? Бро, я недавно зашел комменты перечитывать на свои лайв-видосы. Жуть, я сам чуть не расплакался. На последний видос. Там вообще на любые лайфы комментарии меня до слез постоянно трогают. Если еще мне грустно, то вообще меня прям разносит с этих комментов. Настолько искренне и по-настоящему там люди пишут. Просто что-то с чем-то вообще. Очень классный трек. Вас интересует вопрос про ролик 2x22? Про лайф 2x22. Я в прошлом ролике говорил, что это последний лайф. Я просто без понятия максимально. Кто помнит мой последний видос? С Новым годом, мой друг. Вроде так называется. И я в нем. В том ролике я был максимально определен. На момент снятия того ролика я был максимально определен, максимально видел четкий план действий в плане своего развития. И этот год я должен был забирать на полные все 100%, потому что у меня все шло более-менее чем хорошо. И у меня был основной проект, с которого я очень хорошо зарабатывал. Он был крайне перспектив. На данный момент он закрыт. Нахуй закрыт. Вот, из-за событий в мире просто, ну, невозможно его продолжать. Этот проект нахуй закрылся. И на момент того ролика только-только я начал переформировать миротворец Марселин. Тоже у меня был четкий план на Марселин, на его развитие, на его рекламу и... Короче, на YouTube, на вообще все что угодно. Но начало этого года крайне все поменяло в противоположном направлении. И я без понятия, что мне в этом ролике рассказывать вам. Что? Мне не хочется снова вас загонять в какую-то депрессию, потому что снова что-то все идет по какой-то залупе непонятной. Все, опять же, планы, они нахуй разрушились. Все вообще. Тот я заряженный год назад, сейчас я нифига не заряженный. Ну, типа, заряженный, но я более-менее адаптировался, опять же, к условиям. Но, типа, я не знаю просто, что вам там рассказывать. Вас снова вас до слез доводить? Как я делал уже три ролика вроде я вас доводил до слез, и последним более-менее все наладилось, я вас как-то замотивировал на действия, да? И этот год снова все вообще в труху разломал. Притом, типа, я не жалуюсь, потому что что происходит у наших соседей, просто жуть. Что происходит у моих друзей по ту сторону, просто жуть. У них-то вот точно весь год нахуй на смарку. Вообще без понятия, честно. Брат, у меня сейчас мотивации нет, если ты ничего не сделаешь, я реально пойду. Осуждаю. Мазеп 13, осуждаю, не смей так делать, не смей. Вот вообще о чем говорить в этом ролике, чуваки, о чем? Вы и так все знаете, какой пиздец происходит. Вообще без понятия максимально. У меня это уже как традиция, смотреть новогодний лайф и плакать. Мы стали реже наблюдать. Вообще без понятия. Ура, плакать под низом. Я не жалуюсь, поймите меня. Бля. Я вроде так говорил, да, в одном из роликов. И жалеть меня не нужно. Да! Да. И жалеть меня не нужно. Так расскажи, что после падения ТВП, который закрылся. Идут взлеты. Примерно с этим будет взлетать мотивацию. Марселин, да. Понимаешь, какие-никакие мои действия, они поднимают потихоньку Марселин. Я доволен этим, но просто все могло было быть настолько лучше. Все могло быть настолько лучше таких масштабов, до которых я еще не доходил никогда. Типа все идет... Извиняюсь, мысли максимально разбросаны, все идет из одного. Не закрылся бы тот проект, я бы заработал хорошую сумму денег, очень большую, которую я, наверное, в жизни еще даже не зарабатывал моментом просто. Я бы ее вложил, реинвестировал, и дальше бы все это вот... Короче, был четкий план, нахуй. Сейчас есть новый план, и если ничего хуже не пизданет, то я его исполню. Просто вообще крайне не хочется, мне самому крайне не хочется снова еще один Новый год проводить
проводить в одиночестве, как я это делал последние года, сидя, блядь, и думая, что я делаю со своей жизнью не так. А еще день рождения у меня скоро, 22 года. А это что значит? Это значит очередной день, когда я схожу с ума, нахуй. Я в свои дни рождения конкретную шизу ловлю. В декабре, да. Крайне, короче, мне не хочется. У меня есть сейчас идея. Октябрь, ноябрь. Жуть, 2 месяца осталось. Короче, если за 2 месяца ничего не поменяется, я все. Вот лед нахуй. Я когда-то посмотрел твой лайв в 2019 году, долго заходила в складе после него. Сейчас все переосмыслило и стало в похуй на все прошлое. Долго ходила с апатией после него, то есть я на тебя негативно повлиял. Так, снова повторю, Диса, не тильтуй, брат. У тебя есть мы будем тебя поддерживать, не беспокойся, проблемы времени, просто иди к цели, я лично тебе за горой. Ты впал мне в душу, иди вперед, глядясь на прошлое, так будет лучше, мы всегда с тобой, люблю тебя. Большое спасибо, XSOZ. Это, как понимаю, то самое сообщение, из-за которого ты был замьючен. Дублированное сообщение, которое забанил бот. Я понимаю, что могло сложиться все лучше, но, блять, это же ебаная и в то же время прекрасная жизнь, которая дает эмоции, твои лайфы дают именно те искренние эмоции, грустные или счастливые, неважно. А мы, по моему мнению, живем ради эмоций. Верно, бро? Верно. Но, бля, в пизду, конечно, такие эмоции, блядь. Ты просто, я просто сижу и понимаю, что я потерял. Понятно, что люди, опять же, по ту сторону потеряли настолько больше, столько жизней, столько домов, столько квартир, столько своих имуществ. Я вообще не имею права даже сравнивать себя с ними, я и не сравниваю ни в коем случае. Вот, но просто когда ты, типа, сидишь и понимаешь, блядь, насколько же все могло быть охуенней. И... Когда ты много лет идешь к пониманию того, что ты хочешь делать, вот к этому самопостроению конкретного своего дела, и вот, ты достиг той самой точки, с которой тебе нужно просто начать... Ты полз, да? И тут ты встал на ноги, тебе просто нужно начать идти. И во, у тебя карта с собой, вот она карта, ты по ней просто иди, и ты дойдешь до конкретной точки. Ты все знаешь, ты всю территорию обведал, ты нарисовал себе эту карту, и ты знаешь, вот она, вот сюда тебе надо, и ты похуярил. И тут у тебя эту карту нахуй забирают, говорят, ну, блядь, и разворачивают туда, блядь, говорят, иди через нахуй, через лес, блядь, через болото, нахуй, туда ползи, там, через вот это все дойдешь как-нибудь сам, блядь. Вот примерно, если такую аналогию странную проводить, примерно произошло это. И ты стоишь, бля, у меня же была карта, у меня же было все. Вот оно. И ты такой, йоу. И опять через тернии тебе надо, типа... Не по протоптанной дороге, да, тебе надо идти, опять ее нахуй топтать и строить эту дорогу, блядь.